Окунусь тут. Красиво. Почти. Летом будет лепота. Сейчас мерзко, сыро и серо. От моря до канала по прямой метров 200. Пресная вода. Там щучка, карась, красноперка, таранка. Это дорога, конечно. Ну, не айс, но песочная. Ходить можно. Ходить можно, ходить можно. По чуть-чуть все равно можно добавлять в ведро. Ну видишь, тут, блядь, не знаю, там ведро полтора. Ракошку можно туда влезть. Да. Не быть, я уже заебал. Что там снимаешь все, блядь? Ебаный репортаж. Ну это большого диаметра, да? Да, насыпал. Да не, сейчас туда занесем. О, супец. Я их собирал, да? Даю черпалку, даю. Наливай под супец. Ты это, Свете только не отправляй, я сказал, что бухать не могу. Не пей, не. Может, ты болеешь на ногах? Я говорю, я сейчас полежу. Сейчас. Ну ты ж не сдавайся, ж молча, я что-то не догадываюсь, что ли, блядь. Что? Так. Соль С, витамин С. Ай, да что? Твою мать, блядь. Как это этот, как вот, синдром бутерброда с маслом. Называется, руки заебались. Смотри на мои руки, все нахуй в порезах, блядь, охуеть, ебать. Это все, сука, рыба сюда, блядь. Ага. Сейчас подряд. Ну, больше всего, знаешь, что болит? Под ногтями. Дотронуться не могу. Раз ты будешь убирать рыбу. Я не буду, я на вечер все руки чуть. Сейчас помажем. Сейчас буду потихонечку. Потихонечку, по порядку.